Ну, расскажи, как прошли игры. Впечатлений, конечно, полно. Потому что с такой второй игрой, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Но первая игра была, скажем так, достаточно тяжелая с точки зрения того, что бассейн был непривычный, глубокий. Вот. Поэтому пришлось немножко перестраиваться, чтобы привыкнуть к такой глубине. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Потому что к второй игре уже перестроились, привыкли к глубине, и все смогли сыграть свою силу. Ну, про Владимира Шурупова, думаю, говорить уже не стоит. Потому что феноменальная игра. Тянул сегодня команду. Забил 2 гола, стоял булит. И в целом вся команда сыграла просто отлично. Все выложились на 100%. Молодцы. А что вообще по сопернику? Соперник, ну, в первой игре, конечно, мы были сильнее. Это было понятно заранее. Вот. Но в таких играх иногда бывает даже сложнее, потому что позволяешь себе расслабиться немного в психологическом плане. Вот. И можно какой-нибудь дурацкий гол пропустить. Но этого не произошло, поэтому я думаю, что сыграли хорошо. Второй соперник, безусловно, сильный. Это как бы лидер чемпионата Финляндии на протяжении многих лет. Мы уже столько лет занимали второе место. Вот. И в этом году как-то у них, видимо, не заладилась игра с самого начала. Поэтому вот им эта игра была важна с точки зрения турнирной таблицы. И в данный момент они могут вообще не выйти в плей-офф. Поэтому они приехали сильнейшим составом, рубились изо всех сил. И не только своих, судья им помогал, по-моему, это было видно. То есть и удаление у нас до конца матча, и булит. Но сейчас мы играем так, что нам не страшны судейские ошибки. Мы побеждаем за счет своего класса. Игра была грубая? В принципе, игра была не очень грубая, но, безусловно, жесткая. Скажи, вообще ощущала команда отсутствие Левка? Ну и вообще, несколько игроков, со здоровьем там не все хорошо. Ну, безусловно, конечно, отсутствие игроков, с которыми ты играешь уже много лет, наигранные взаимодействия. Ну, вообще, в психологическом плане, когда на игру не может выйти капитан, это, конечно, сказывается. Но я рад, что мы смогли так собраться и доказать всем, что мы сильнее.